это чудесно, отличный мастер-класс. Запомни навсегда, было все полезно, прекрасно, чудесно. Мастер-класс, просто класс, порадовал всех нас. Спасибо. Благодаря данному методу мы развиваем у детей такие музыкальные качества, как эмоциональная отзывчивость, звуковысотный слух, музыкальное творческое мышление и, конечно, координация движений, о чем подтверждают результаты диагностики. Презентация опыта была представлена на РМО для музыкальных руководителей, для старших воспитателей, на городских семинарах «Практикум», городской творческой лаборатории, на всероссийском обучающем семинаре «Практикуме», на ВДНХ «Экспо». В памяти о сегодняшнем мастер-классе я хочу поделиться с коллегами вот таким музыкальным кинезиологическим букварем. Здесь представлены все упражнения, комплексы авторские, которые вы можете использовать в своей работе, в работе с детьми, на мастер-классах с родителями. Благодарю за внимание. Буду рада ответить на ваши вопросы и выслушать.